Ребят, приветствую. Следующая трубка или но. У меня сегодня такой находит этот марафон по разбору зачистки телефонов. Это уже четвертый. До этого вот был Samsung вот S4. Потом Samsung G530, который Prime там какой-то. И Fly там какой-то 245. И вот четвертый. Здесь просто замена тачскрина. Вон, видите, пизданули. А так все это. Он пашет, все. Это, видимо, тонюсенькая пленка, вот эта вот емкостная, которая, она, видимо, не пострадала, а просто стеклина разбита. Поэтому он и работает, в принципе, тачскрин. Где-то. Да, он даже здесь вот работает, где вмятина, охуеть. Сейчас будем менять. А тут сейчас посмотрел, обычная, блядь, трубка. Все по классике, хули. Ну и там, блядь, видос, видимо, случайно наткнулся на какого-то дилетанта, блядь. Неправильно модуль прогревал. Обозвал коаксиальный кабель обычным проводком, который соединяет там обе платы. Ну, он в чем-то прав, но, блядь, это же, по сути, это антенна. Это, блядь, не просто какой-то проводок, блядь. Был бы просто проводок, они припаяли бы просто проводок, блядь, обычный. Обычный тоненький проводок. Но нет, нахуй, это коаксиал двухжильный. Ну, здесь уже варварскими методами уже не нужно пользоваться, потому что здесь только тачскрин нужно снять. Дисплей здесь целый. Оттягиваем эту всю шляпу. Вот он. Шлейф тачскрина. Надо теперь эту всю бодягу снять. Так, эти проводки надо уже, получается... Ой, не проводки, проводки. Ну тут, блядь, вот видите, да, что творится? Проводки уже. Уже, блядь, проводки мерещутся. Вот эти вот винтики надо их отдельно убрать, потому что это от самой материнки винты. Не забываем, здесь еще один есть. Если чувствуете какое-то напряжение при снятии материнки, блять, сразу же остановитесь и внимательно ищите еще где-то винты. Вот сейчас нету напряжения. А то так можно материнку сломать нахуй. Снимаем кнопочки. Опа. Так, здесь еще один шлейф. Он под материнкой. Это как раз таки вот он. Вот он, видите, он вот так вот, наверное, идет. Как-то типа вот так вот. Вот. И все. Материнку я снял. Кстати, его, по-моему, топили этот телефон. О, индикатор красный, блядь. Видимо, топили. Какие-то пластмасочки, что-то отлетает тут, блядь. Что не так с этим телефоном? Вроде все на месте. Ладно, не суть. Все, теперь нужно удалить здесь динамик, потому что будем же все дело уже прогревать. Аккуратненько, хоп, все. Да, он, зараза, приклеен тут. Прогреваем по периметру. И, в принципе, можно начать прямо вот отсюда. То есть, видите, здесь как типа место под фронталку, что ли, я так понял. Да, это фронталка здесь. Да. Вот можно здесь прямо надавить, когда прогреете, и поддеть. Здесь главное вообще не торопиться. Ага, здесь надо прогреть. Что-то здесь идет туговато. А он прям так нахуй вырвался. Пока это все горяченькое, можно убрать скотч. Шашаточку от динамика слухового здесь тоже
подкинем мать с батареей, проверим. Че почем? Да, у него сейчас тачскрина нет, поэтому. Ну ладно, понятненько. Ну ладно, ребят, что? Вот так вот. Как детальки придут, буду продолжать. Леново, ребята. Леново. Звуком.